В Париже предположительно покончила с собой Оксана Шачко, главная участница, одна из основательниц скандального украинского движения «Фемин». Тело нашли в ее квартире. Информация об этом появилась на странице движения «Фемин» в Фейсбуке. Версия самоубийства пока предварительная. Точную причину смерти девушки сегодня установят судмедэксперты. Известно, что до этого Оксана уже дважды пыталась свести счеты с жизнью.